Расскажу я вам сейчас, как случилось мне не раз находить себе друзей. Нет, не взрослых, не детей. Загадала вам загадку? Ну, давайте по порядку. Начинаю я для вас свой немаленький рассказ. Как-то к внучке я пришла, вместе взялись за дела. Внучке, это не секрет, было ровно 10 лет. Тесно в доме от игрушек, нету места для подружек. Мишки, зайчики, жираф занимают целый шкаф. Всюду куклы в ряд сидят, на подушках даже спят. Внучка взрослая давно. В общем, это решено. Соберем мы этот склад и подарим в детский сад. Все проверили, и вот час прощания настает. Только вижу, на окошке есть еще игрушка, кошка. Оказалось, что ее выбросить хотят давно. Была кошка заводная, а теперь совсем пустая. Это был секундомер. Для починки нету мер. Смотрят кошкины глаза. В них как будто бы слеза. Будто говорит: «Постой, забери меня с собой. Буду тихой, не резвиться. И тебя ведь звали Кица». Помню, в школе так и было. То я Кица, то я Мила. В общем, братцы, целый год кошка-друг со мной живет. Я в компьютере, она за спиной стоит всегда. Мой покой оберегает, все секреты мои знает. Продолжаю свой рассказ. Встреча новая сейчас. Я гуляла возле вилл, когда дождик вдруг полил. Поспешила я домой, только вдруг сказала: «Стой! Это что? Лежит лягушка, не живая, а игрушка. Зябко бедный под дождем. Может, убежим вдвоем?» Я лягушку подняла и с собой ее взяла. Принесла к себе домой. «Здесь уют тебе, покой!» И шепнула кошке в ушко: «Будет у тебя подружка. Приучай ее к порядку, утром делаем зарядку. Быть веселыми старайтесь, мне, пожалуйста, улыбайтесь». Так мы жили, не тужили, вместе елку нарядили, а на Старый Новый год я отправилась в поход. Как всегда, мой путь в лесок, где гуляю я часок. Вот чеканю бодрый шаг, но споткнулась вдруг, и ах, на пути моем скамейка, а под ней игрушка, змейка. Вся в пыли, ей одиноко. Кто-то кинул так жестоко. Я малышку подняла и с собой в лесок взяла. Пусть погреется в лесу, а потом домой возьму. Будет новая подружка, ждут там кошка и лягушка. Три подружки дружно в ряд в моей комнате стоят. И когда на них смотрю, размышляю про судьбу. Важно каждому из нас встретить друга в нужный час. В одиночестве и в скуке пусть согреют чьи-то руки, пусть поделятся теплом и откроют вам свой дом.